Вот. Я со всех сторон обхожу этот великолепный храм. Он похож на пироженку, на самом деле. Смотрите, какая красота. Вот объясните мне, как это можно было вверху, все это, каждый кусочек резной, как кружево. Как... Он великолепен, он просто великолепен. Сзади раскинулся парк. Жаль, конечно, трава подсохла, но это есть очень красиво. Вот, очень красиво. Я надеюсь, что я уже смогу спуститься. Видите, как красиво. Вот, смотрите, моими глазами. Это просто великолепие. Иногда сидишь из бумаги салфетку ребенку вырезаешь, все надоедает, бросаешь ножницы, уходишь. А здесь нельзя бросить. Здесь нельзя, потому что все дышит культурой. Насколько, кстати, друзья, они берегут все это, насколько они ценят, что при храме вход вообще развивается. Я бы здесь вообще даже раздевалась, потому что молодцы. Женщины делают парапет деревянный, который перед нами, чтобы не упали люди. Видите, издалеке девушка разматывает. И их мужья делают парапет. Потому что все-таки ну, опасно. Детишки бегают. Опасно. Посмотрите с этой стороны. Вот тут уже как бы и сцены любви, и все это видно. Вот. Ну, тут, конечно, учебники не нужны. Хотя надо быть очень здоровым. Конечно, что-то вот провести какую-то из этих фигур. Я не знаю, сколько камасутры поз, это не важно, но тем не менее, понимаете, улыбка на лице у каждой фигурки есть, эмоции. Кто-то грустный, кто-то злой, кто-то смеется, кто-то просто веселится. Как эту кобру вырезать, эти зубы, я не знаю. Это просто шедеврально. Я смотрела, когда это все через интернет, я думала, ну, камень есть камень. Но поверьте, нет, это шедевр.